Там они тоже опыта поднабрали. Соответственно, в рамках этого противостояния более молодая все-таки империя. Да, вообще, ну, как бы вчера случилась вот эта неприятность с Нави, конечно, и... Дрим забирает одну баунтиру, Чуваш забирает другую. Фантомка все еще там. Фантомка дерется. И он телепорт делал. Ой, Винтерскерс. Не самый удачный Винтерскерс. БКБ нажимает Фантом Ассасин, Cold Embrace, Магнус. Магнус! Где Магнус? Магнус пока не врывается. Магнус выжидает. Да, вот. Алибарда. Кекс. Кристаллайз. Кристаллайз много урона наносит. Подбрасывают в воздух. Фантомка. Фантомка уходит еле живая. Кристаллайз все еще жив. У него все еще есть Аегис. РП. Очень неплохой РП. Фантомка сейчас вернут на крест. Возвращают на крест. Кристаллайз. Миссы. Миссы спасают Фантомку. Сонейка получает крит на 1200. Сонейка в таверне. Ну и Кристаллайз сейчас должен здесь реализовывать свой Аегис. Медведь. Медведь прикапывает его. Фантомка рядом. Манту использует. Прокатывается. Медведь. Еще один Savage Roar. Кинжал залетает. Кристаллайз начинает перекачиваться. Но урона уже нет. Кристаллайз. Волна 4 секунды. Попытается, может быть, откинуть Фантомку. Да, откидывает ее. Волна. Savage Roar. Отличный, великолепный. Игра от Кодоса, просто браво. Знаю, да-да. Ты представляешь, он сейчас Марфа может щелкнуть просто с одного ульта, наверное. У него плюс 400 урона, это 1000 урона у него, по идее. Это еще даже не 18. 1075, с 18 будет 1225. Но смотрим, Марфа находит. 400. Будет ли ультимейт? Да, тут же ультимейт, глобал. Ну, собственно, что и произошло. Да, и Фантомка просто добивает. Леон, соло. Дело за малым. Близзи. Четко, да, Близзи в этом плане он не прогадал. Создал момент для своей команды. Так, и выход от Империи. В маках? Да, но они не видят. Только сейчас заметили одного героя. Это был Сан Кинг, он так мелькнул. Для них Фантомка идет вперед. Копают. Глобал тут же. Моментальный минус СК. И Марфа прикопали. Есть ли Вижн? Есть Вижн, но Марфа здесь явно не заберут. БКБ. Пошел Винтерскерс. Не очень хороший Винтерскерс, потому что Магнуса никто не бьет. Отпускает. Вгрызается в кунку. Алибарда на Фантомку. Но Мэджикл... Неужели здесь прямо Империя отвозит кунку? Должны забирать его. Забирают, минус 4. Но они очень сильно рискуют. Да, действительно, ты прав. Не самый эффективный оказался ультимейт. Если они сейчас проиграют драку, это будет просто ГГ. Это так. Но сейчас нет глобала и нет арпи. Надо воевать, надо отбиваться. Давайте смотреть. Марфа нет? Пока нет Марфа, не страшно. Он может выкупиться, 50 секунд у него, но есть выкуп. СК выкупается. Ой-ой-ой, после байбека кулд отходит. Нужно срочно, срочно его спасать. Цинкин прыгает, копает всех. Морф уже здесь. Хекс от его. Забирают Рубика. Критуля. Да, это Критуля. 1600 по Марфону. Фантомка. Фантомка получает хекс. Корабль Фантомку забирают. Есть байбек. 100 секунд. Пытаются достать Лондруида. Лондруид под Мьёльниром отступает. Savage Roar здесь же. Возвращает Сайленсера на крест. Лондруид погибает. Там Магнус Фантомка уходит. Фантомка, прыгнув на блинке за Вивер. На Рошане. А почему бы и нет? Почему собственно? Бы и нет? ДД. ДД появилась. Нет, только не ДД, пожалуйста. ДД и Фантомка. Пожалуйста, только не ДД. Нет. Это же сейчас может быть просто минус игра. Я смотрю со стороны Вижена Империи. Пока что они все вслепую делают. Фантомка показалась в центре. Показала ДД. Нави не полезут. Но Нави на возвышенности. У Нави позиция, по-моему, поинтереснее. Ну, очень опасно. Сан Кинг. Кастует ульт. Прыгает. Мешает. РП. Тут же. Ой, с ДД. Если она сейчас выйдет, она выходит, она прыгает. Бог ты мой! Ну почему? Почему все произошло именно так? Два героя без байбека. Кунка под БКБ пытается Курьер уйти. Вписывается в драку. Да, все, это Кунку. Это конечное. Магнус увозит. Надо увозит сказать, героев. Конечно, надо отдать должное Магнусу здесь. Отдать должное Сайленсеру. Реакция последовала незамедлительно. Сан Кинг рискнул. Сан Кинг решил, что подкопает Фантомку, убьет ее. Ему есть объяснение этому действию, потому что Фантомке нет выкупа. Убьем Фантомку, получим преимущество, это был пытаемся байт. Выиграть. Я да, думаю, что это был байт. Естественно, мы просто спланировано. Мы подставляем Фантомку, но есть один момент. Они не просто подставили Фантомку. Этот байт должен быть был разгадан, потому что они подставили Фантомку. У тебя есть 1.5 секунды, по сути, чтобы отразить какую-то способность. Прыгаешь в драку, нажимаешь, кулдаун, кстати, 3 секунды. Да, 3.5 секунды, то есть там 2 секунды ждешь, 1.5 отражаешь. Бегаешь и накастовываешь просто вот так. Грубо вот, говоря, но как это работает, как я вижу? Выжить через дикей не получается. 1 в 1 поменялись по суппортам, 2-2 по баунти руну. Но Магнус, посмотри, какая позиция, у Магнуса неплохая. Антимаг. Можно контратаковать Магнуса, выбирает момент для прыжка. Идет чувак, подвозит. Опа, а тут реакция блинк есть у Рубика. Прямо сплит. Брюмастер, нет Вижена, в инвокера.
инвокер с Аегисом, поэтому его так особо не хочется пробивать. Подкапывают Магнуса, инвокер поднимают тут же в Юл, чтобы он ничего не дал. Подтягивает Сенкинга, Сенкинг оказывается без маны, манавоид неплохо. Забирают Сенкинга, ставятся змейки. Рубик тут же уходит, попытается своровать змейки, что-то ворует. Рубик, да, он ворует змейки, здесь тем временем минус Аегис. Нужно как-то помочь сейчас инвокеру. Отличный Винтерскерс, ставится Томба, но антимага очень плохо пробивают. Пошло торнадо, инвокер уходит в инвиз, есть ли просветка? Кажется нет, и просто не могут пойти дальше Нави. Эмпайр. Тем временем Рубик поставил свои змейки, пытаются забрать Союша, змейки забирают Союша. И суммарно получается... Собирая себе скади. Так, тут сверху какая-то засада, Сенкинг прячется, видит зомби. Сенкинг копает Магнуса, будет ли продолжение. Магнус уходит, ставится Томба, антимаг кастует контрспелл, прыгает. Назад прыгает и забирают Рубика. Ваши, да, там уже разлетелся Брюмастер, да. Контролировал Рубика, прыгнул. Ну и все, преимущества Магда нет, и еще подцепили кого-то. Это Виверна. Виверна сейчас попытается дать ультимейт, но в кого? Сенкинг. Ультимейт в копию Брюмастера, этого очень мало. При этом еще и затаптывают Винтер Виверну. Моментально. Контрспелл. Минус от антимага. Близи. Отличный РП. И как же сейчас Магнус будет... Здесь, да, режут вместе с антимагом, взрывают фантом лансера, тот прожимает стики, успевает уйти в доппельгангер. Микрит иллюзий и обманывает соперника, но кажется, не забирает еще Магнуса по дороге. Диффуз. Ну, маны нет, вообще нет маны. Так, лазманси кристаллайз, кекс, все, тут уже не уйти. Ну, помог ему инвокер на какое-то время. Да. Ну, в целом, конечно, антимаг был 15-200. То есть, возможно, даже там РП было, чтобы просто там не умереть. Тем временем, Мэджикала взрывает антимаг. Вот антимаг против инвокера. Просто прыгает, дает два удара, манавоид. Ну, может быть, не два удара, контрспелл вошел. О, пошли иллюзии антимага. Зачем я это кастанул, говорит? Четко. Это работает здорово. Хорошо оглушает Сенкинг, спасает пока что жизнь ПЛ. Пока что, потому что будет прыгать за ним антимаг. Там все и добьет. Там скади, от скади не убежишь. Да, конечно, вот эта дополнительная иллюзия, она вообще совершенно не улыбалась Фантом Лансеру. Ну, еще и СК заберет, так, знаешь, до общей кучи. Соло антимаг. Просто вот случаются в доте такие игры, где антимаг убивает тебя один ультракил. В общем, я бы еще, знаешь, что в Юго-Восточной Азии. Какой же ты фантазер. Фантазер. Извините. Да. А, Блэк Архангел нажимает ультимейт, подкоп получает, но поставил тамбу, перед этим гибнет. Тамбу должны тоже забрать иллюзии. Там антимаг. Антимаг сейчас ворвется и сделает грязные дела. Так, Винтер Виверна, Cold Embrace, Магнус, РП, просто Виверну. Неплохой ультимейт от антимага, но могло бы быть и получше. Забирают Магнуса. Антимаг без маны, антимаг под колд-снэпом. Антимага избивает, антимага, да, нужно убивать. Да. Подкоп 2 секунды, 1 секунда у СК, копает антимага. Забить его нужно, забить. Добивают, но теряют Пэла при этом. Вот БКБ Брюмастер. Пытается догнать инвокера, не догоняет. И крадет! Клэп. Силы крадет Клэп, да, но теряет гем. Кстати, гем надо забрать. А, что было в этом моменте интересного? Так, тут юлили, подожди, тут нет, ну все, да, это скорее всего конечное. За денайл неприятный урон у змеек, то есть они стреляют по несколько целям, с огромным радиусом. Что это, выход на Рошана? Да, антимаг все еще в таверне. Прыгает Брюмастер в БКБ, ничего ему нельзя сделать, он делает все, что хочет. Магнуса задержали, а вот Магнус мог ошибиться. Телекинез, минус Магнус, съедают его, антимаг только сейчас выйдет. Но у Магнуса есть байбэк, ставится Томба. Тамбу забрали. Томбу. Брюмастер продолжает развлекаться, он еще на фулл хп остался, когда придет сюда. Виверна погибает от антимага, Рубик ворует блинк, но антимаг уже здесь. Антимаг еще чуваша прыгнул, добил. Да. Вот с саппортом тяжело против этого антимага, если как-то еще справляются. Теперь антимаг не может прыгнуть, дать ему эбисал. Не может. Да, или даже если там дает эбисал, то может так вот, но может дать близи. РП, ой, как больно РП в ответочку от Рубика, хорошо. Метеор, Блаз залетает, но не так много урона не хватает. Здесь только сейчас лансер подходит. Отличный ультимейт, забирают Мэджикала, забирают близи. Ну и что? Надо выкупы, но инвокера выкупа нет. Один ПЛ остается без поддержки, его тоже будут убивать. Рубик как-то может помочь? Нет, его контролируют душаман сеточкой, и его тоже забирают. Как так вышло вообще? Что произошло с инвокером? 100 урона и дабл дэмэдж. И под эмпауэром, мне кажется, он сейчас пострашнее антимага будет. Ставятся змейки, тут же перекастовывает шадоу в шаманах. Я жду крита от Брюмастера, который закончит эту игру. Как по традиции у нас игры заканчиваются критами. Ульт Шадоу Шамана. Хорошо, Виверна убьет этим ультимейтом Шадоу Шамана. Или убьет Мэджикал своим торнадо и
пластом. Байбек от Shadow Шамана, это интересно. Летит сюда на Тревелар. Тревелар, да, возвращается. Кстати. Антимаг врывается в Энвокер, успевает прожать по КП Энвокер, но как же ему больно залетает Брюмастер. Боже мой, Брюмастер там просто растоптал всю вражескую команду Magical. 8 секунд без байбека. Нечем отвечать. Не сумел украсть RP чуваш, не сумел прыгнуть в ответ и дать RP. Брал он шоквейв. ГГ. ГГ покидают квалификации на мейджор. Для них это не впервые. Они уже пробирались через минор квалификации. Были на миноре. Так что, в принципе, трагедии с этого делать не следует. Но череда неприятных событий с Нави произошла вчера.